Ребят, наша елка полная, так что сегодня растаскают все подарки, вот так они все упакованы. Самое главное, сегодня Марселю принес Дед Мороз ночью, такой большой нам такой не достанется, это только деткам приносит, вот. Вот так. Там и Марсель запаковал для меня, для Вовы, для бабушки, для папы. И Вова паковал. Но потом будем распечатывать, я покажу. Оленёнок наш перешел вперед. Оксаночка, спасибо тебе. Ты была права. Такую красоту нужно ставить наперед. Что-то у нас побежал, он был назад. Но теперь будет стоять впереди. Вот. Ну, а Марселька хочет сейчас с нетерпением вскрыть то, что принес ему Дед Мороз. Вот. Ребята, всем счастливого Рождества. У кого сейчас Рождество. И всех с наступающим Новым годом. Марсель уселся на диванчик под плеты. Ты не хочешь сказать всем с Рождеством? Всем привет. И фрой Вайнахтен, да? Фрой Вайнахтен. Да, всех с Рождеством. Марсель хочет посмотреть, что же ему принес Дедушка Мороз, Вайнасман наш. Он ему так писал письмо, просил, да? Деда. Давайте помогу. Марсель говорит, как блестит бумага. Такая только у Вайнасмана есть, да? Ленточки красивые. Он говорит, так, скажи, это я оставлю. Хочет сохранить ленточку. Ну, открывай. Знаешь, что надо свет нам включить? У нас пижамное утро. Да? Пижамное такое утро. Сейчас мы пойдем все умываться, одеваться. И будем ждать, пока наша бабушка сегодня приедет. Нам папа ее будет в 4 часа сегодня забирать. Ты был прав? Говорит, я был прав. Ну, рви бумагу, значит. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорогой Вайнасман, неужели Марсель такое заслужил, а? А, он же не покупает, Марсель говорит, у него же фабрика своя есть, он же там делает это все. Да, а говорит, она стоит 99 евро, но так как Вайнасман не покупает, да, это там на фабрике у него ничего не стоит, говорит, эльфы все делают, так что. Какой Вайнасман хороший, да? Мы с Марселем едем в Дортмунд. На железнодорожный вокзал. Кого забирать? Ома. Ома. Ома Марселина бабушка. Это моя мама. Вот, мы с Марселем приехали уже в Дортмунд. На железнодорожный вокзал. И пойдем сейчас встречать бабушку. Thank you.
забыла, Валя, камеру включить. Мама приехала. Такой же надо запечатлеть. К нам мама на Рождество приехала, так что можно Рождество начинаться, и да? Мы плохо сняли, не успели чуть-чуть. Да? Да. Ну да ладно, как есть. Ничего потом страшного. Попробуем что-нибудь вам показать, да. А мы пойдем на кухню сейчас, да. Я сейчас сделаю бутербродики еще. Видите, сейчас будут бутербродики у меня такие с огурчиками, этими, со шпротами, да. Так что попозже вам покажу, ребят, что получилось. Давай. Вот так. Можно садиться? Конечно. О, как красиво. Да? Я тоже сказал, ну так, конечно, лучше, чем так. Всем понравилось. Мы первый раз этот салат перевернули, получается. Поляной кверху. А то обычно всегда с дозы покушали. Зеленая поляна. Рулетики с лаксом. Зеленая поляна. Бутербродики. Салатик с красной капустой. И селедка под шубой. Все, мы начинаем садиться. А это салат, да? И Макдональдс есть. Ома поздравляет, еще даже было. Ну так, смотри, говорю. Да. Вот. Внукам, короче, денежку на еще аж на... Что это у нас было? Хэллоуин. Хэллоуин, да, на Хэллоуин. Ома села там и раздает подарки. Ома там подарки. А вот это Николаус на вас на всех. Вот. На нас всех.